Мы эти оправдались предсказания. Оправдания предсказались? А что там карта дымится? Это ко мне? Просто это на одной линии со мной. Хотя по факту тут все на одной линии со мной. С Владимиром Путиным. Не заебись. Что мне с ними делать? Сейчас я помогу. Вокруг этой залупы нехорошо, там грид стоит, блин. Пиздец, как я долго в него сложился. Я его не про так пробиваю. Главное, чтобы мне в жопу... Да я ж попросил! Это типа мне надо ему в маску стрелять, да? Чтобы пробить нормально. Да, да, в маску 100% надо взять. Я только в маску херачу. Ну просто... там звонить-то надо, на этой хуйне да, звонить. Просто в маску-то еще попасть надо, блядь. Слушай, меня там что-то уже не пробивает. А за свет можно? Я не засвечу никто. Мне что-то там на 65 пробивает. Ну, успели там получить. Почему меня все видят, а я никого не вижу? Не, я не пойму, блядь. Хули за пиздец? Они тут, блядь, исчезают как-то попарно, блядь. Слышь, появляются. Вообще никто не спалился. Там три человека, походу, есть, но, блядь, никто не спалился. Охуеть, блядь. Блядь, а где Чифтайн наш? Хули он там, блядь, делает? Сука, ты посмотри, где Чифтайн. Ёб твою. Соси, блядь. Тебе всё равно пизда. Я знаю. О, давай затаранимся. Чё, соснул, да? Пиздец. Ты подышал. Охуеть. Какие, блядь, 400 нахуй? А что, блядь? Мне показалось, либо чат-то усилили броню, блядь. Я его не пробил только что. Я видел. С другой стороны, чего я удивляюсь, да? У меня копоти, конечно. Не, ну слушай, это какой-то прям пиздец. Что с физикой? Управляю. Я еще не въехал в позицию, я там уже чисто. Я его засветил, но, блядь, выезжать я теперь точно. У меня было желание. Ты оно... его засветил, уже расцветил. А че он нормально-то не выехал? Я с кем-то попал. Тебе там что-то сломалось? Я хотел его забайтить, но он мне гусеницу оторвал. Потяни. Что там, обзор есть? Можешь просветить? Это ценой моей жизни теперь еще. ФВ. Ну, ФВ нахуй. Просто Чифтайн. Я хочу Чифтайн убить. Я попробую сейчас подзадамажить чуть-чуть. Нахуя. Почему? О, это 64, это 54. Это тебе помог сейчас? Да. Это было полезно. Если бы я успел переключить патрон, я бы его вантапнул, но... Там прикол в том, что это не работает. О, ФВ, Саш, раз ФВ. Я только что тебя не убил, блядь. Саш, ломай гусеницу ФВшнику, Саш, ломай гусеницу ему. Не, Саш, возвращайся, возвращайся, Саш. Он на меня залупился. Свидание. Я его сейчас убью. 100%. Умер. Сломай ему гусеницу. Сломай гусеницу, дебил. Он меня пожар потушил. Да. А чё он не убил? А, блядь, очень то, пиздец как. Все, что мог, блядь, я ехал как мог. Но я зацепился, сука, за блок, а он мне в жопу выкинул.
Да просто весь прикол в том, что вы так быстро наваливали, чтобы мне вас не догнать было, блядь. Ну уебищный, сука, танк. Да пусть. Ты про чё? Увы. Да как? А, блядь. Да ладно, глупо где-то здесь, что ли? Чё здесь? О! 1625! Максимальный урон на ПВ! Это ты обычным пизданул. Дорогим фугасом. Да не, не верю. Дорогим фугасом. Альтер в 10? Пробил, нет. Альтер в 10, Саш? Все. Можешь сохранять, не пробил. Хуйня, пол. Не верю. Бред. Мне их из лотативного кинули. Бля, ты еще до сих пор живой, блядь. Да выстрелил! Я выстрелил! Какого хуя? А? Я не заметил. А я, блядь, нажал, у меня даже эта хуйня там что-то пизданула. Тут типа как САС? Блядь, ты видел нашего гриля, да? Батя там околоёбит. О, смотри, смотри, там моя копия. А у меня Alt-F10, кстати, не работает опять, блядь. Опять засейвить пытался? Да ты пидрас, блядь, ты видел, я только тронулся, он, сука, сразу поехал, блядь. Соси, 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 соси. Хуя ты бодрый, блядь. Ты видел, я им цистерну сломал. Минус 25 тысяч. Третий класс мне дали. Мне вообще не понравилось. О, Лео. Живает там. У меня два максимальных урона сработало, прикол, за три зажима. Бывает. Я там не пробил, дохуя. Если я злоблюсь. Я так, конечно, побольше. Всем кап. Не на крышу башню поставили другую, Саш. Саш, фикались. Не, нахуй, нахуй, нахуй. Этот мне вообще нахуй не нужен. Я вот поеду в девятом году по спину. Старый там, блядь, ломай. Нажмем, нет. Тебе пизда, кстати, там справа. Мне вообще не понравилось. Вот то, что Т-110 Е5 и Е7, блядь, ко мне приехали, это заебись. Все, тебе пиздос. Ты умираешь где-то секунд через 10. Да хуйню я даже не пробиваю, мне вообще. Если хоть можно починить. 2, 1. Мы предсказания оправдались. Ты умер ровно через 10 секунд. У меня Лео один, а, нет. Нихуй Лео 4 кинул. Его не исчез, блядь. Там твой труп таранило невидимость. Не видел. А, ну тебе там соус тоже нужен, да? Не особо. Я здесь особо никто не трогал. Пока что. И вот хочу все-таки я стол зацепить. Пусть пытается точку взять. Дальше пытается. У меня 34 и 1 в очке. Это блядь смерть. Согласен. И один, в принципе, из всех этих залуг я пробить могу. Ну я пробил только Еспор. Вообще никого не пробил, поэтому я вообще не поставил. Ну я реально могу пробить, так это будет. Хуя там народу. Уже надо со спиной разобраться. О, бля, не-не-не-не-не-не-не! У меня ганнер сдох. Соси хуй!
Ну и я не приду. Так, пидорас. Куда исчез-то? Слушай, а мне что-то как-то худо. На меня, во-первых, фулл-джон конвей. То мне... Максимально, соси. Рикошет, блядь! Он начал свои залупы. А, слышь, мне еще огнетушитель потратили, приколись. А, я заметил, что у тебя там огонек засветился. Не, пизда у Бен 268, это 100%. Поверь, дай. О, замахнул. Куда, куда, поехал, блядь. Блядь, почему, когда в меня попадают, чел не заспавнивается? М? Ты мне можешь сказать? Конечно, что-то не очень. Потому что со мной такая же херня, я же тоже нахожу. Вообще попросил. 1600 в лабашу Б-140, Саш. Дорогой фугас. Заебал мои танки расхерачь. Мои, блядь, расхерачь. Тут говно. Так а мне лево особо не попадается. Б-140. Хуе Б-140. Я твое говно почему-то не пробиваю нихуя. Сосни, хуй. Ну хули, блядь. Что, ссышь, что ли? Бля, 62-ка, блядь, раша.